Обзор на массажер Китфорд КТ-2930. Вот, снял вот этот кожух. Для этого, чтобы молнию достать, вот этот инструмент использовал. Туда вот поддел между и за собачку зацепил. Так она туда внутрь уходит. Вот. Я им туда вот залез, вот так вот. Зацепил вот за вот эту штуку и потянул на себя. Вот, добавлю уж резиночку на колечко, чтобы можно было его вытаскивать оттуда. Вот. Ну, я так понимаю, что это можно, чтобы снимать его и стирать. Единственное, вот кнопка тут на велкре. Ее может не удастся снять. Так что можно... Ну, в принципе, если стирать в ванной, то вот эту просто... Вот эту часть массажера не замачивать, а отстирывать только вот эти, где ролики. Сам массажер хороший, понравился, как сделано. Тут вот у него моторчик. Здесь какая-то просто малярный скотч. Вот. Вот эти штуки вращаются. Я ее снимал, посмотрел, как там внутри устроен. Там смазка и две такие там направляющие. Типа подшипников скольжения. Решил подснять еще вот этот момент отдельно. Вот так это выглядит внутри. Здесь внутри смазка. В принципе, периодически можно даже, прямо добавлять смазку. Это так, я понимаю, что вот какой-то этот фоум, типа пена, как вот с эффектом памяти делают подушки, только она более жесткая. Вот, то есть, чтобы выдерживать. Здесь тоже внутри обмотано все малярным скотчем. Здесь винтики. Вот. Эта штука прошита. Вот где вставляется ну, ее можно вынуть. То есть, чтобы постирать. В принципе, вот это вот эту поверхность можно. Опробовал. Работает хорошо. Единственное пожелание увеличить вот толщину вот этой поверхности, через которую как раз ролики крутятся, потому что уж очень они сильно иногда давят. Получается прям ну, существенно, прям чувствуешь, как они. Это самое. Вот, в остальном, в принципе, качество конструкции. Вот купил со скидкой на Яндекс.Маркете сейчас. 2000 получил со скидкой. По-моему, очень неплохо за эти деньги. Вот. Попробовал уже шейный отдел помассажировать. Попробовал ноги и поясницу. Поясницу лучше всего. Вот он хорошо к креслу. Его можно вот за вот эту резинку сзади вешать и сидя, чтобы он массаж делал. Покажу потом, как сделал. Хотел заметить одну деталь, когда собирал, что, значит, два маленьких и два больших, то есть они по размеру отличаются, они должны как бы стоять параллельно друг другу. То есть, если два маленьких, если маленький здесь, значит, маленький должен быть здесь, а если большой здесь, то большой должен быть с внешней стороны и, соответственно, наоборот. Оттягивать может быть. Да, ее за собачку, да, вот так. Подсунул. В принципе, можно было просто какую-нибудь маленькую веревочку нацепить. Я думаю, с тем же эффектом. Вот, на икеевское кресло хорошо встало. Вот, чтобы поясницу массировать.
Самое оно. Вот как выглядит со стороны. Тут направление регулируется кнопкой туда-сюда. Можно выключить подсветку еще. Длительность одного сеанса 15 минут написано. Так. Единственное пожелание — вот эту резинку сделать на фастексах, чтобы можно было ее регулировать. Потому что так она просто тянется и со временем может растянуться. А на фастексах можно было бы ее тогда затягивать и ослабевать. Подтягивать, если что.